1 января 2016 года зарплата работников «Алроса» увеличилась на 6,6%. В соответствии с положением коллективного договора компания ежегодно индексирует заработную плату. Насколько, зависит от уровня официальной инфляции по стране. По данным Министерства экономического развития России, в 2015-м инфляция составила 12,1%. В течение 2015 года мы индексировали заработную плату ежеквартально по 1,4-1,45 в течение вот каждый квартал с 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября. Вот данная индексация за 2000, размер индексации за 2015 год составил 5,93%. И, соответственно, с 1 января, индексируя заработную плату на 6,6%, ну, путем математических простых вычислений, мы получаем, выходим на 12,9%. То есть мы полностью закрываем ту инфляцию, которая официально сложилась в Российской Федерации. Эта социальная льгота была внесена в коллективный договор в 2013 году. С тех пор индексация заработной платы работникам «Алроса» проводится без сбоев и перерывов и уже стала привычной. Добавим, что индексация заработной платы по закону не является обязательной. И по статистике лишь небольшая часть российских компаний индексирует заработную плату своим сотрудникам.